Итак, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Fred Davis Play, мы дальше продолжаем проходить игру под названием Петля Времени, это уже 22-я будет серия, кажется. В прошлой серии мы забежали к мордопесу, или к песоморде, завалили и нашли в него пинту. Именно склад, ну не склад, а как пивоварение у него варится, что ли, внизу. Его можно закрыть и потом... Скорее всего, наверное, она опустится вниз с криками, визгами и всем остальным. И мы сможем его там пришлепнуть. На данный момент, получается, у меня утро и ничего такого нет. Ну, из заданий. Соответственно, есть какая-то радиопередача в даунтауне. Побежим, послушаем. Может, найдется что-нибудь интересное, правильно? Авось, а вдруг... А, вот еще странная дверь. А, так я не знаю у нее пароля. Какой-то уровень сложности вот еще есть кто-то. Тут сейф. Сейф, это понятно. Библиотека. Киоск. Даже не знаю. Каждое утро ради Павы по радио придается. На том месте. Щебать, я даже не знаю, куда идти. Давай сюда посмотрим, что это такое кураж, потому что я не помню. Нет, просто быть туда и все. Какая нахер разница? Чёрт, Фрэнк был не такая сволочь, как все. Не такая сволочь, как ты? Да вообще он классный был. Да, талант. В самом начале он писал новые песни. Каждый день. Это сотни песен. Одна тебе страшно понравилась. Жаль, ты ее не помнишь. Ты врешь, чтоб надо мной поиздеваться. Ох, да если бы. А, я не там вышел, надо было вниз идти. Вот пароль не нашел, я хуй. Ёпты. А, это вот эта ерунда. И смысл. Ох-хо-хо-хо-хо. Все нормально, парни. У нас тихо, у нас лопата светится. Синоним. Хуй, блядь. Хе, сквалыга. Хуй, блядь. Аналог. Анал, блядь. Аналог, сука. Так, а это куда у нас идет? К букве. Бля, есть же какая-то загадка, сука. Ну как-то ее разгадать. Что за... Бля. Все. Закончил прохождение, бля. Ёп, второй СТ. Вот это я ебу.
Так, погуляли, ёпта. Так, а тут у нас... Да что такое? Вот это вот, вот это вот, вот это вечером. Блин. Это тоже вечером. Это ночью. Пиздец, блядь. А можно как-то промотать? Ух ты, ёпта. О, годится. Так. Как же интересней. Стоять. Ой, вот сюда. О. Так, Винца, это понятно. Это та чуйка, которая рассусоливается на 100 кусков. Радиомолчание. Радиомолчание. Тихо, сюда. После получения... Давай вот это возьмем. Или пойдем туда. Ну, давай это закончим уже и все. Где оно? Вот оно, да? Да. Побежали сюда. Радиомолчание. После получения один из резидентов оставил открытую дверь. Окей. Хорошо. Да, там не есть... Что странная дверь с изображением микрофона? А, это у нас есть? Кто-то спрятал сейф? Да, все. Поехали. Посмотрим, как она получится. Ух ты, водичка. Это план на случай конца света? Скажи, что именно тебя в этом смущает? Планирование, ответственность? То, что здесь куда ни плюнь, все сволочи. А ты хочешь хлопнуть дверью и уйти? Ты так всегда делал. Со всеми. Обиделась. Кто ж тебя так обидел? Обиделась. У! Ебать, взорвался. Новый сюрприз. Споткнулся, блин. Я думал, это умение будет такое, типа, ну, бабах и такой на реальный взрыв, что они сдохнут там, блять, от этого взрыва. Ебать, споткнулся опять. А оно такое, блядь, что попало. Ебальца покажи, блядь. Не понял. Что-то я не пойму, как им пользоваться. Взял какое-то умение непонятное. Оно что-то непонятно. Как оно хорошо восстанавливает жизни. Тихо, от вас там дохуя сильно что-то предстало. Не понял. Вот эта дверь. О, две буквы О появилось. Оп. Бля, там музыка играет. А как? Как мне нормально спуститься, а не убиться? Ебать. Опа, она. Открыто. Хуяк. А я тут не был ни разу. Что-то новенькое. Ты не встанешь?
Их опять много. Опять второй этаж, да? Их много, интересно, здесь. Кто-то заметил меня? Не понял. Так, видать, кто-то из Иона затеял ремонт. Архив Зои? Я тут не был ни разу. Да ладно. А, это ее, это самое. Опа-на! Эон. Так это Джулия. Джулия. Ха-ха. Итак, рядом со мной сидит один из участников программы ЭОН. Доктор... доктор Крыщик. Первый день. Осталось всего 18 недель с хвостиком. Записываю первый выпуск для тебя, Джулиан. И главный вопрос. Когда мне почитать вас? Да ладно. Я уже знаю, где ты прячешься. Да, и что теперь тебе дать? Медаль или пирожок с полки? Ты сейчас у... Ядра стабилизатора. Да, я знал, сам бы сказал. Нет, в жизни бы не догадался. Выгляни в окно, видишь здоровенный глаз? Это я. Ты прячешься на самом виду. Вы правы, капитан Ван. Прячусь и все вижу. Я вижу на два хода вперед. Начинай искать стремянку. То есть лестницы нет. Ты угадал. Черт. Сука. Я обнаружил пароль для миссии под названием Раб Кнут. Подожди. А разве это не вот та дверь, что внизу? Нет? Понятия не имею, что это. Рядом с офисом архива. Наверное, внизу кнут. Сейчас что-то еще есть. Книжка. А что укусило? Что оно, блин, кусается? Падло, блин. Это зажало что? Еще что есть? А где компьютер, не помню? Где? О, открылось. Где компьютер? Она что, без компьютера живет? Она что, нищая? Ой, я тут могу выйти нормально. Компьютера нет. Тут где-то чуваки были, ля-ля-ля, тогда. Сюда выйти нельзя. Что где-то они трещали. А, вот так вот. Ничего. О, машинка, ни хрена себе. Не понял, как это называется. Не просто ручная машинка, а там какая-то. Тихо, закройся, не туда. Сюда. Забыл, как называется машинка, бля. А ну-ка, вот это, нет, не оно разве? Кнут. Кнут! Ну ладно, сейчас разберемся, что тут внутри. Это ракета. Ебать. Реально ракета. Ракета-план! Да! Я знал!
В противном случае вероятность успешного открытия окна не превышает 16%. Команда ракетоплана обещает успеть, если отказаться от кресла катапульта и систем жизнеобеспечения. И не устанавливать амортизаторы на шасси. Пилот, лейтенант... То есть капитан Кольт Ван. Нам пришлось всего повысить. Так вот, он в курсе и говорит, что... Готов он на все 110%. В общем, дело идет полным ходом. Может, это произведет впечатление на комиссию? Простите, что не сообщила сразу. Информация слишком секретная, вас наверняка прослушивают. Поэтому она не хотела меня сюда. Нужно сказать что-нибудь глубокое. Океан. Акваланг. Нет, 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 нет. Это должно быть что-то банальное и военное. Бомба. Да что это? Ну, это я понял, что для него нужно 3 пароля. Три пароля. Даунтаун, ясен. Комплекс Эра. Комплекс Эра, что знакомое. Скала Фрик. Ага. Наск. Что еще, есть что-то? Карандаш летает в воздухе. И он плоский. Это нельзя, это слушали. Бля, я туда хочу. А, понятно. Я думал, тут стекло. Там вон двери есть или нет? У меня там нету двери. Ай, чтоб тебя. Ага, это шипали и туда, да? Да. Понятно. Ладно. Угу. Выжили, это хорошо. Так, Роб. Черного рифа, код 961, найти. Три пароли от Роб. Хорошо. Один. А что он дает? Вы еще быстрее убиваете его. Понятно. Понятно. Смысл, у меня патроны взял. Ни дома, ни в офисе. Как будто не рада меня видеть. На антенне, через которую работает петля. Ракетоплан — мой шанс добраться до нее, но он где-то спрятан. На острове полно старых бункеров. Надо их обыскать. Издеваешься лишь? Блядь, радиомолчание утром. Да ёлки-моталки. Сколько нахрен можно? Алло, блин. Здесь утром тебе. Чтоб ты. Ну да, или берешь, выполняешь именно одну какую-то. Не, ну это бред, конечно. А, тут-то все, я уже никуда ничего я не успею, никуда ничего я не спешу. Мне надо найти. Тут написано завершено. Что завершено? Призрак на вечеринке. Это хорошо, конечно.
Так, ладно. Егор на вечеринку должен, по идее, пойти, но почему-то, когда взрывается, остается только он. Один умирает, а не два. Так, сейчас он здесь. Получается, да. Сейчас он здесь. И какого хера ты здесь? Подожди. Все, я понял просто суть. Ага, я должен сделать... Ой-ой-ой. Я, получается, должен сделать так, чтобы... Они все попали на вечеринку или что? Ну, тех двоих понятно, затопить. Или убивать, или затопить, ну, короче, без разницы. Это я убиваю их сразу. А этот доктор... Он, получается, должен быть... В этот день в даунтауне. На вечеринке у собаки. А вот это доктор еще один остался. Не, это профессор, типа, а то доктор, который 10 штук. Она отказалась. Соответственно, то, что... Блин, слышишь? Так, подожди, этому мы профессору мы ломаем машину. Он появляется в даунтауне у чувака с маской. Там мы их вдвоих валим, и это уже это последний получается. Тех двоих мы затапливаем. То вот подрывается на фейерверках. А я не пойму, это каждый раз придется делать? Получается, я должен замочить чувиху. Сбегать, запрограммировать фейерверки. Он на ней должен подорваться. Потом один день утра я должен сбегать в комплекс. Взять, поломать ту чистоту. Ёпалесете. Чтоб он оказался в даунтауне. Охренеть, как все запутано, блин. Да, это тебе не аркадные игры, которые идут постоянно в одну точку. Так, ладно, нет смысла чего-то терпеть, ждать и всего остального. Число ненасыщенных предметов 4. Что за... А, та иди ты нахер. У меня сейчас немного голова закипела. Реально. Так, сейчас, секунду. Комплекс, хорошо. В комплексе я должен буду сделать, получается... Блин, а как вот, да, вот комплекс сделал, хорошо. Так как Карл... вот эта вот чувиха, которая, блин, с горшком на башке, блин. Как ее я убил? А? Что-то я вообще не понимаю. Ладно, сюда пошли. А, еще хотел убрать на улучшение на вот этом. Какая-то ерунда вообще, ересь, честное слово. Вот это оно. А, определение какое-то дурацкое. Что попало? Больше нету, нету, все. Лучше вот это вампиризм, а тут что-нибудь другое попадется. А, и... это где оно делось? Тут-то. Мясная бомба. Что попало, ебать, я дрыс. Так, это зона. Это у нас... Это что у нас? Это просто подкидывает все четверых. Так, вот это, да? Это что у нас? Ага, зависает. Это два раза. Давай вот этот, наверное, зависает. Так, ля-ля-ля-ля. Ля-ля-фа, ля-ля-фа.
Все будет хорошо. Я это знаю, знаю. Ой-ой-ой-ой. Как все запутано, ебать. Ой. Кольт. Джули. Годится. Лучше уж так, а то иногда как обзовешь. Джулс. Жуть. Ну да, и мне не особо нравится. Да. Не зови меня Джули. Не зови меня Джули, когда перепила. Не зови меня Джули. Вот там эта ерунда, она работает, интересно, стоит. Это шо? Хрен, а, тю, я думал, это самое. Есть контакт. Ебать, ты умрешь? Ни хрена себе. Да ты, блин, обалдел. Ого. А, не подходи ко мне, я тебя боюсь. Блять, ногой. Ногой тебя еще. Бля, я его с ноги завончил. А где это? Не понял. А ну лети отсюда, он нахуй. Кто должен быть пипщал кого-то. Хуйня осталась по времени. Вот это да. Я думал, ебет. А чё, Чарли первая? Так, подожди-ка. Там мне надо сюда зайти. Не понял. Понятно. А где это? Тут же где-то была провод, который шел и куда-то не пришел. Ладно. Он идет. Нет. Идет он. И... Бля, где он там стоит? Я не понял. Сейчас завалят. Ух ты, ебать, а чё ты? Ты что это самое? А не, все нормально. Деактивировать. Я уже думал. Сейчас. Кони отвинул. Так. Это берем с собой. Я понимаю, что я херню творю, но сейчас просто попробовать. Ой. А что такое? Понятно. Так, H796. Тихо, не спеши. H7. 9. Охренеть. 9. Переключись.
6. Все. Отключили. Теперь получается, мне надо туда, правильно? Электростанция. Тут никого нет. Чувихи нету, никого нет. Пустота, блин. Пустота, прекрасно. Тихо, ты чего? Зачем ты так? Хватит мне патронов. Кто б сомневался. Ух ты, блядь. Это тот, о ком я думаю? Нет. Я-то думал, будет весело. Мне весело, в отличие от тебя. Да, прикольно. Ляу, матная штука. Кайфово. Необычно. Давай, блин. Ох, что написано. Прикольно. Фу, так. Подожди. И еще разок. Ни хрена себе. Да пошел ты в пизду, блин. Проблемы с тактикой. Да. Паразит. Ух ты, можно было поставить на него. Проблемы, блин. Два патрона. Ну, не жадничай. Да, конечно. Сейчас всё. Не надо. А, все уж. А. Ну ладно. Опа-на! А вот и эта херетень. Так, я все помню. Сука, я 3 раза его обсирался. Не мог его пройти. Так. Сейчас, секунду. Вот здесь черти, сука, вылазили. Как они меня заебали. Нет, я поставлю вот сюда. Нет, я поставлю вот сюда. Вот сюда один. А, это мина. Сука, это не то. Вот это то. Вот сюда вот один. И вот сюда. Нет. И вот сюда, наверное. Блин, жалко, только 2 осталось. Так, ладно, подожди. Открыть. Вот это взломать. Берем с собой. Сюда. Вот сюда. Вот так вот его хуяк. Годится. Так, теперь... Что это? Ни к чему. Комарики кусаются, блядь. Так, это сюда. Это... Тут чувиха есть. Есть такое дело. Есть такое дело. Тут
такое дело есть. И тут еще кто-то есть, я знаю. Сейчас я все подготовлю. Я все, сука, сделаю, нахрен. Задолбало меня. Три раза я, блядь, лажал тут. Так. Да сюда и вот тут, а сюда наверх. Сюда. Вот так. Что это такое? Откуда оно? Твою мать, это не то. Что-то я не прочитал. А где то? Нахуя мне это? Так, а там вначале не было, правильно? Нет, там не было, там. О, я знаю где. Бля, чё, не поперхнулся нахрен. Оно там в лаборатории, там где этот самый. Крути, верти, давай ебти. Вот там она внутри. Никого? Шо оно гудит? Шо оно бабахнуло? Чтобы не мешало. Так, тут а нету. Так а вот тестер. Подожди, тут же было два штуки. О, тут завалено. Будет тяжело. И что делать? А? Блин. Не понял, что на стене? А, показалось. Ладно. Блин, ладно. Конечно, хотелось бы нормально, или... Надо бежать туда вовнутрь, там всех перебить надо. Я думаю, хватит. Гранат, правда, нету. Ты чё, колесо, блин? Конечно, печально. Так. Алло. Алло. Сейчас начну крутить, начнет играть сирена. И те полезут. Возьму вот так вот и поехали. А, не, когда спизжу. И... Алле, оп! Давай, быстрее. Блядь. Там пизда, сука. Нихуя себе. Ага. Быстрее, блядь. Ебаная засада, три раза не делал, сука. Сюда и закрыть. Хо-хо-хо-хо. Годится. И шо, все? Активировать. Электростанция. Я походу что-то не то сделал, да? Ну да, ладно. Шо она делает? Фу, блять. Я думал, что там будет. Сука, я думал, что-то будет особенное. Электростанция, все, доперла меня, ебать. Мне и так прекрасно. А смы.
А, электростанция 900. А. Все понятно. Короче, опа. Опа, опа, чувачочек там. Все в порядке, парень. Все нормально. Такие, как я, только заходят. Иногда могут выходить. Опа. А, это ж я выкинул. Что, еще где-то было, да? Так, мне сюда надо. В электростанцию. Электростанция. Ёптых. Это ж та херня, которая внизу. Вот она. Электростанция. Хорошо. А что мне тут надо? Мне нужно что-то сделать. Внимание, нет питания. А там какой-то... О, 961. Есть пароль. Охренеть, они все открылись. Я думал, на каждую дверь надо пароль. Видели бы мое лицо. Ху-ху-ху. Так, подожди, это... Так, подождите. Тут я был, тут это вот это Джонни, который игрочек, это вот эта комната, которая сейчас, а вот это я не помню где, это при входе сразу, а вот это, не при входе, ни хера, это где-то съезд, 04, это, наверное, там, где встречаются молодожены эти, языками там друг другу, блядь. Так, ладно, мне получается надо активировать. Тихо. Вообще никакой реакции. Пиздец. Пиздец. Попробуй выключить и снова включить. Да, я вообще-то читаю инструкции. Минутку, а где батарея? Ты дебил, блядь. Для генератора нужна батарея. Естественно. Вот так ты читаешь инструкции? Что это за генератор, если ему самому батарея нужна? Ебать, да как так, сука? Сейчас бы быстрее. Чего? Что? Визуальный контакт! Вижу злодея! Визуальный контакт! Тема вообще огонь просто. На! Наконец-таки, блядь, попал. Смотри, бежит. Хоча! Меня к этому готовили! Иди сюда, блядь. Готовили его, блядь. На! Уходишь в себя. Убил. Капец. Капец. Капец, тут можно было перейти. О, нихера себе, шнычка, слышь. Вот те раз. Так. Хорошо, у нас здесь есть это... Не понял. А, она там, наверху. Как-то переместился. На F попал. Ой, на Shift попал. О, как высоко. И вот он. Ебать. А чё он не подпрыгнул? Мало? Ставили музыку такую, как в лифтах ты ждешь. Было прикольно.
ты заряжайся. А мы сейчас повеселимся. Ой, да что ж такое, что он кусается, все кусается. Так, вот тебе это, Нам. Батарея, блядь. Пуги-вуги. Буги-вуги, ёпты. Батарея. Визуальный. Куча, блядь. Алло, блядь. Визуальный контакт, на. Все? Походу, да. Это что, время? Это... Я понял. Ёпта, посрался, блядь. Прых, прых. Что это такое? Ёб ты обосрался. Как все схвачено, блин. Надо постоянно играть, а не через день, через три. Потому что если играть так, ты вечно все что-то забываешь. Так, тут у нас в самом далеке. Далеке, вон он. Вот это пушка, блядь. Ебать, это я обожаю пушку, это сука. Так, тихо, тут надо нежно и аккуратно. Нежно и аккуратно. Так, чтоб вот все годится. А то походу нельзя. Вот тут нельзя, потому что она взорвется в любом случае. Вообще похую, блядь. Все нахуй. Что это? Ой. А, иди в жопу. Я везде все получил. По идее, 500 должно хватить на всех. Или не хватит? Наверное, по 200 на каждой не хватит. Капец. А что не хватит? Я сейчас тут первый открою, правильно? Так, раз. Два. Давай, заводись. Со светом на фристаде повеселее. Слышишь? Слышишь, подышишь. Подожди. Вот это первое. Раз уж я здесь. Правильно. А получается в любом. Что там такое, блядь? Получается, в любом случае я. Ну не хватит. Я не могу поставить туда, не взорвавшись. А смысл сюда бегать? Тут, блядь, этот пулемет, который мне не нравится вообще нахрен. Питание ракетоплана по шине Б выключить. Включить питание, шина Б есть. Питание BXR выключить. Герметизация. Отключить BXR есть. Этого не было. Есть. Подать питание. Ворота ангара X5. Лейтенант, чего вы тянете? Включить, выключить, поехали. Как скажете, шеф. Капитан Ван, переходим к запуску. Что? Не понял. Станция Ясень, внимание, начинайте отсчет. О, кто я? Ладно. 10, 9, 8, 7. Б,
этот момент нужно нажать кнопку. Да, вот эту. Теперь зажигание. Что, уже? Ворота, пристегиваешь? Родина вас не забудет! 4, 3, 2, 1, 0! Почему не взлетает? Шеф, у нас, кажется, проблемы. Да ну! Проблемы? Я вам обещаю, бездари! Придется начинать отсчет заново. Запуск произведен. Я летал на ней. Это многое объясняет. Нихуя не понял. Ого, 40 патронов. Я вижу предателя. Подожди. Ебать, не попал. Ой. Да ты бесишь меня, блядь. Как мерзко. Я ни хера не понимаю. Фить. Первую я отключу, хорошо. А как интересно открыть? Ну как, точнее, зарядить ту часть, ту. Так, это отключили. Вот это там, где Джонни, чужи как он, блядь. Вот это... То, что снизу было, нет. Это тоже нет. А, ну вот Джонни помеченный, ёпта долбоём. Вот это там, где чуваки снимаются, ебать. Встречаются. Это оно. Это точно, я знаю. Вот это... Это склад идет, вот из склада за дверью, да, там я находил ее, ну это понятно, где я это точно помню. А мне не хватает, я так понял, чтобы открыть все. Что там? Сотни не хватает, сука. Я никак туда не пройду. Блять, может надо было пройти, взять невидимку. Понимаешь? Может невидимку не будет брать? Что там мины? Если приблизишься, тебя пизданет. Ну как бы логично. Логично, нелогично. Чихнул так, а че? Шо это? Все мелочи. Это все. Ебана мать, бля! А я убил его. Я выкинул. Так, а ну вспоминайте еще. Это у нас ага, вверху есть. Блин, нашел проход, прикинь. Да его не было тут, сука. Так. Тихо. Я помню, где есть. Есть такая же турель. А, здесь нема? Нет, я ее замочил тоже. Лопнула. А может... О, еще какая-то новая интересная.
А здесь нигде нету? Где-то должен быть тоже. По идее. Где-то должен быть. Где-то здесь должен быть. 100%. Где-то. О, время. Понятно. До максимума теперь будем. Пока не дойдем, не пройдем. Потом почитаем. Где? Где-то ж я находил здесь. Подожди. Вон она. Хопа. Хоп. Давай быстрей. Быстрей давай. Я сейчас уронит. Так бежит, меня шукачивает. Давай. Тихо. Как быстро не надо. Хоп. Давай, быстрее, давай. Так. Хоп. Ага. На-ка, себя выкуси, блядь. Мина-то здесь. Прям под носом. Ставить. Сука. Твою мать. Ой, вот как ее деактивировать, не пойму. Блин. Ну все, Ашу. Сотня. Выходим. Блин, а как же... Ставить ставил, а нажать как? Никогда мины не деактивировал. Просто мне интересно, вдруг если взять этого самого засранца, невидимку, она среагирует на невидимку или нет? Дай, блин, перелезь. Вот что мне интересно. Может же не среагировать, да? И все равно среагирует. Как ты думаешь? Напиши комментарий. Среагирует на видим, на невидимку или не среагирует на невидимку? На следующей серии я посмотрю, среагировал или не среагировал. Может следующий, а может и нет. Этого никто не знает. А я не туда вышел. Да. Все, в этих станциях получается. Так а что, я в той станции не нашел пароль одного, да? А там их три надо, да? Да. Все понятно. В эти станции пароль, чтобы. О, блять, как сука, все долго будет. Это я тебя хуй. Я тебе говорю, это будет дорого. Дорого будет. А. Там время ж вышло уже. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте елки-палки. Жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.